Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Умар Тикеев. Коротко о некоторых событиях. Власти Карачаево-Черкесии планируют развивать транспортную инфраструктуру до туристического комплекса «Архыз». В предстоящую субботу в Республиканском центре пройдет традиционная весенняя ярмарка. И на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева написали тотальный диктант по русскому языку. Далее об этих и других темах подробнее. В конце прошлой недели в Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждены вопросы социально-экономического развития республики, реализации поручений президента страны и социальных инициатив главы государства. Александр Валентинович отметил позитивную динамику основных показателей, обеспечивающих устойчивость экономики Карачаево-Черкесии и последовательность в реализации инвестиционных проектов. Еще одной важной темой встречи стало дальнейшее развитие курорта «Архыз». За годы его развития при поддержке правительства страны и с участием органов государственной власти республики, компании «Кавказ.РФ» и частных инвесторов построены все инженерные коммуникации, создана необходимая горнолыжная инфраструктура, коллективные средства размещения, пункты общественного питания и многое другое. Транспортную инфраструктуру до туристического комплекса «Архыз» будут развивать. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз», в котором приняли участие представители федеральной исполнительной власти, глава республики Рашид Тимрезов, председатель правительства Мурат Аргунов, стратегический инвестор комплекса, представители «Газпрома» и компании «Кавказ.РФ». В результате будет разработана дорожная карта развития транспортной инфраструктуры, включая аэропорт и автомобильную дорогу до туристического комплекса «Архыз». До конца этого года введут в эксплуатацию газораспределительную станцию «Зеленчук-2». Под руководством вице-премьера России Александра Новака будет создана межведомственная комиссия по развитию курорта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джугута-Терезе начались масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3 километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск «Автодор» Моят Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. В предстоящую субботу в региональной столице на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционная весенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, организации общественного питания республики и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. 14 апреля во Дворце культуры Черкесска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Подробности сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов, и мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, это такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться.
На службу в армию России в весеннюю призывную кампанию из Карачаева-Черкесии отправится более 300 призывников. Призыв стартовал 1 апреля и продолжится до 15 июля. По словам военного комиссара Карачаева-Черкесии Сергея Белобородова, призывники пополнят ряды вооруженных сил страны, войск Национальной гвардии и Министерства чрезвычайных ситуаций. Военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Чаще всего наших ребят определят для прохождения военной службы в Южном военном округе. Следует отметить, что вторая волна мобилизации не входит в планы Генштаба. Военнослужащих для выполнения поставленных задач на сегодняшний день хватает, рассказал военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов. Согласно указаниям президента Российской Федерации, приказа министра обороны, наши призывники, которые вот будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территориях Российской Федерации, не на новых территориях, и в пунктах постоянной дислокации. Особое внимание всем и военным комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким предлогом попасть для участия в специальной военной операции. Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов рассказал о форуме «Махар-2023». В этом году он получил статус всероссийского форума. В 2008 году он создавался как летняя школа-семинар для отличившихся в учебе и общественной жизни студентов Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. «Махар» с каждым годом обрастает новыми участниками и хорошими традициями. В форуме могут принять участие около 300 человек из 30 регионов России. На площадке форума также будет организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Об этом сообщил Ибрагим Татаркулов. На территории Карачаево-Черкесской республики будет организован и проведен всероссийский форум. Это форум «Махар», традиционный, который на территории Карачаево-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. В прошлом году в партнерстве с Карачаево-Черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской республики. В прошлом году он получил статус северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия, Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум «Махар» получил статус федеральной форумной площадки. В этом году будет принимать участие на форуме «Махар» более 300 участников, не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Также вот, следует обратить внимание, что он также будет всероссийским. И, безусловно, для нас это является большим достижением, потому что это впервые на территории Карачаева-Черкесии. И, если я не ошибаюсь, впервые в истории Федерального агентства по делам молодежи за 2 года форум сначала получил статус окружного, а после федерального. То есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органа исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Карачаево-Черкесской республики. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева написали тотальный диктант по русскому языку. Это ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Всего на базе вуза работали 6 площадок, а также были открыты еще 2 на базе педагогического колледжа Черкесской и специальной астрофизической обсерватории в поселке Нижний Архез. В мероприятии приняли участие более 300 человек. Международная акция «Единая Россия. Диктант Победы» в этом году пройдет более чем на 12 тысячах площадок. Все желающие смогут поучаствовать в ней 27 апреля как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Центральной площадкой станет традиционно Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. В Карачаево-Черкесии все желающие могут написать диктант победы на 50 площадках. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаево-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаево-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Индира Албутова.
Как уберечь свои деньги от мошенников? Выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Перевод аудиолекций на национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании КТРК «Карачаево-Черкесия». Священная книга «Мусульман» впервые в переводе на абазинский язык издана в Санкт-Петербурге. Автор идеи, руководитель проекта по переводу и изданию книги, родной брат президента международного объединения Лашара Мусы Экзекова Ауэс Хабалевич. Автор выразил слова благодарности Мурату Аджиеву, Аслану Кенжеву и Розе Пазовой, подготовившим перевод и издательству Санкт-Петербургского государственного экономического университета, обеспечившему качественное полиграфическое исполнение книги. Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2023 году русскоязычного издания «Коран. Перевод смысла». Объем книги на абазинском языке составил 612 страниц. Она вышла тиражом 400 экземпляров. Издание пока что находится в Санкт-Петербурге, но вскоре будет доставлено в Карачаево-Черкесию. На улицах республиканской столицы приступили к замене дорожного полотна. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 13 километров автодорог и пешеходных зон, рассказал заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. В первую очередь это, ну вот как дороги к социально значимым объектам. В частном секторе особое внимание мы обращаем на ширину дороги, потому что есть участки такие в частном секторе, где ширина дороги не позволяет у нас сделать полноценные две полосы, поэтому приходится там ремонтировать дорогу путем там градирования данного участка. Не получится у нас поселить полноценный асфальт. Уже сейчас мы формируем списки дорог, подлежащих ремонту на 2024 год, готовим предложение. Любой житель города Черкесска может обратиться в мэрию города Черкесска, в управление ЖКХ с просьбой отремонтировать тот или иной участок автомобильной дороги. Комиссия выйдет, рассмотрит и будем вносить предложение. Планируем в рамках ремонта обновить дорожное полотно, провести устройство бордюрного камня, нанесем разметку и доустановим количество дорожных знаков. Побывать в компании «Мальвины» и «Баба-Яги» могут посетители выставки двигающихся и говорящих героев из советских сказок и мультфильмов. Ее в Черкесск привезли супруги Ильясова. Шавкет изначально занимался реставрацией, но на предложение сделать волшебную выставку согласился с радостью. И так уже более 10 лет супруги путешествуют по стране. Скульпторы, механики, художники, костюмеры и просто рукодельники трудились над созданием этих сказочных героев. Создание одного персонажа занимает в среднем от 3 до 6 месяцев. В итоге каждый из них говорит, поет и двигается. Выставка «Ожившие сказки» продлится до 23 апреля текущего года. С 7 по 12 мая текущего года в станице Преградной Урупского района пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России генерал-майора авиации Канамата Боташева. Студенты российских вузов выступят в таких дисциплинах, как греко-римская борьба, вольная борьба и женская вольная борьба. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 18 градусов, в горах местами плюс 8-13, свыше 2500 метров лавиноопасно. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы достигнут 11-14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!